Элат – это? Элат – это отдых просто незабываемый, это море. Праздник? Здесь пальмы есть. У меня друг пальм никогда не видел. Ну, Элат – самый, по-моему, прекрасный город на свете. Элат – это beauty. И 9-й канал. В процессе нашего общения с Анастасией Казаковой выяснилось, что основным фактором успеха для нее является всесторонняя поддержка близких людей, которые в полном составе на время конкурса переместились в Эйлат. Утро первого дня Анастасии Казаковой началось с планового саундчека, что в переводе с профессионального языка, ну вы знаете. Что примечательно, даже эйлатское солнце не смогло помешать Анастасии продолжить подготовку к конкурсу. Что мне поможет победить? Я думаю, что само ощущение того, что это очень важно для меня. Как бы я сделаю для этого все максимум сделаю, чтобы это получилось на высшем уровне. Но очень волнуюсь, очень переживаю. У меня будет сложная песня, где как бы, с большим диапазоном и вокальными данными, и мне нужно ее выдержать и сделать все, что там нужно. Очень сложная задача передо мной стоит. Что она правильно делает? Все. Не, Бумет, на полном серьезе рвет публику. Пока что вот, ты видел выступление. Кто идет? Честно, Бумет, как бы не потому, что это израильтянка, не потому, что наша, но, по-моему, Настя. Загадочная, мистическая взаимосвязь Киев-Израиль, Киев-Израиль. Два года назад я была там Шири Маймон, пела вместе с ней на Евровидении 2004. Сейчас я была недавно в Киеве на полуфинале конкурса «Эйлат 2007». Сейчас на финале я вижу Шири Маймон здесь, на этом конкурсе. Может быть, это что-то написано свыше, что так должно быть. בתקווה שתבין את הפרחה השמש של פרץ' קורעת את הים ואני מפליגה בתוך הכפכפים. Заветной мечтой легендарного музыканта Цвики Пик было встретить достойного преемника на израильской сцене. И, зная его особое отношение к русскоговорящим девушкам, мы пообещали ему организовать встречу с одной из них. תודה רבה. כל כך כבוד גדול שבן אדם שהגיע כל כך רחוק בחייו וכל העולם מכיר אותו,
צביקה פיק! והוא שמע את השיר שלי ונתן לי ניקוד גבוה. כן, אני חושב שהיא שרה יפה מאוד, ועם קול כזה והופעה כזאת, אני חושב שיש לך סיכויים גדולים לעשות קריירה גדולה. אתה נהנה בתחרות, איך הרמה, מה אתה חושב על זה? הרמה יחסית גבוהה, כמו בכל תחרות יש יותר טובים, יש פחות טובים, אבל בסך הכל יש כמה שמאוד אהבתי, והתחרות תהיה קשה מאוד. כמה טיפים אתה נותן לי ליום השני? את לא צריכה טיפים, יש לך את כל מה שצריך. אבל תגיד לי את האמת, מה אני צריכה לשפר? שום דבר, לדעתי עשית עבודה טובה מאוד, קיבלת הרבה נקודות. וואי. תודה, תודה.